Мне написал скаут Красавы из Кипра. Клянусь, тренировка заканчивается, две минуты, никого нет. Eesti liigas, Eesti parim söödukuningas. В связи с моим гражданством или то, что я русский, меня почему-то и недооценивали. Ваня говорит, что было задание набивать, он вообще не умел набивать. Набивать не умел, ну много чего не умел. Eesti ühe parima ääremängija vastu mitaus. Ты размялся, нет? Ну вроде чуть-чуть. Молодец. Есть. Я играл в эти квадраты, как будто я вообще не умел играть в футбол. Да, ой, оп, даже. Оп. Ну, здорово, видишь? Аршавин, типа, одевай желтую манишку. Я такой, Аршавин? Воско тайм. Ванька, здорово. Привет. Не мешаю? Нет, нет, нет. У вас сегодня нет тренировки? Сегодня нету, да. Но я восстанавливаюсь после игры всегда. Вчера очередной гол, очередная голевая передача. Это моя работа. Да. Ну, а ты сегодня сам решил для себя? Я всегда, у меня всегда две части восстановления. Это пробежка, растяжка и потом бани, бассейны. А где все остальные? Отдыхают. Ну, наверное, ты поэтому и самый результативный сейчас, и в тройке по системе гол плюс пас вообще доволен? Ну, это те задачи, которые мне ставили, сейчас все идет хорошо, поэтому доволен, конечно. А ты знаешь, по какой причине я к тебе пришел? Нет. Ты вчера оператора разбил, и он дал задание найти тебя и обезвредить. Как так получилось вчера? Это называется по схеме «бей своих, чтоб чужие боялись». Воско тайм. Вань, на самом деле тебя зовут правильно Иоанн. Да. То есть, но многие называют тебя Ваней. Сам не обижаешься? Но раньше это было странно, потому что все-таки меня по паспорту везде зовут Иоанн. И это имя произошло, потому что моя семья верующая, верит в Бога. И я родился в такой день, в день крещения Иоанна, 19 января. И поэтому в честь этого было дано мне такое имя. Поначалу побежался, а потом уже каждый второй начал меня называть Ваня, и поэтому уже привык. Наверное, не обижаюсь уже. Хорошо, скажи, этот сезон для тебя один из лучших в твоей карьере, но команда сейчас располагается внизу турнирной таблицы. Как так получается? Ты чувствуешь, что ты сейчас лидер команды, что ты играешь на команду, что в тебя веришь, что ты такой свободный художник? Или все очень, скажем так, складывается, что и команда тебе помогает, и ты ей помогаешь? Но пока, скажем, того результата, чтобы выйти хотя бы в середину турнирной таблицы, нету. Но я, наверное, скажу, что, наверное, вы все знаете, что я мог подписать контракт в зимнее трансферное окно в Намикалью. И, наверное, я рад, что этого не получилось, потому что Калиф, наверное, сыграл для меня такую роль, что я чувствую себя там максимально свободно. И условно мне дают ту роль, просто делай, бери мяч, делай то, что ты хочешь, с мячом открывайся, как ты хочешь, в середину, с краю, на позиции десятки, то есть мне не ставят никаких границ и рамок на поле, и поэтому, наверное, я и даю такой результат, что я чувствую себя свободным, чувствую себя, наверное, лидером в команде, и это меня как-то окрыляет, придает мне уверенность, и, наверное, поэтому и сейчас я дал какой-то результат. А что не получилось с Намикалью, ты сказал? Ну, интересная история там была. Я проходил предсезонку с Намикалью. Мы встречались и много раз общались с тренером, с португальцем Сейди. Мы общались с Арго, арбитром, мы общались с Куна. И по итогу просто как-то не сошлись во мнениях, не договорились. И в этот момент параллельно мне звонил Йоэль и предлагал мне конкретные условия. И мне не было уже времени ждать, поэтому я принял предложение Йоэля и не жалею вообще ни на секунду об этом решении своем. Ну, отношения твои с Йоэлем Линтер, они хорошие? То есть он спортивный директор Калева. Все устраивает, как он руководит, как делает, как общается, то есть как часто ты его видишь, как часто вы с ним лично общаетесь? Ну, я уже был в Кале 3 года назад, перед тем как раз таки, когда улетал в Испанию, и с Йоэлем у меня хорошие взаимоотношения, как и партнерские, так и просто можем поговорить за какую-то жизнь. И когда я уходил в Испанию, мы с ним прощались на хорошей ноте, поэтому мы сохранили общение, поэтому, наверное, я сейчас здесь в Калеве. И он цель aastal üks parimaid mängijaid, mitte ainult Kalevis, vaid terve liigas. Mis sinu arvates tema trump või saladus, miks tuli nii välja? Ma ei tea, ma arvan, et mingil määral meil on nagu selline vastastikune koostöö, päris okei ja kuna ta ju enne hooaega tegelikult meiega ei olnud ja kõik klubid, kellega ta suhtles, siis olid nagu
ootame ja venitame, aga meil ei olnud kahtlustki, et meil oli, me teadsime, mis ta Kalevis varem on teinud. Mina nägin vahepeal Hispaanias tema väravaid teatud videosi, klippe ja mul oli hea meel, et ta võtsis selle vastu ja ma arvan, et need välisaastad on teinud temast sellise tööka mehe, et kuhugi jõuda peab tegema tööd, tal on talent, tal on see olemas, nüüd ta on selle töökuse ka lisanud siia. Ja ma arvan, siin täna ei ole kahtlustki, kui palju ta nagu igapäevaselt teeb trennistööd. See on mul treeneritelt tagasi teema. Ise on seda näinud ja kui palju ta pingutab mängudes. Et see on väga positiivne. Когда мне было 9 лет, я еще был в Силаме Калев. На то время эта команда была в высшей лиге, в премиум-лиге. К сожалению, сейчас нет. И мы играли на турнире, и обезьянка кап, кто знает. Вот, и туда приехала, еще на то время не Левади была команда, а Коткот Юниор. Приехала команда, играла против нас. И мы выиграли 5-0, как сейчас помню, и я забил себе 5 голов. Все, турнир закончился, мы там даже не стали призерами на этом турнире. И через неделю я прихожу домой, а я был такой, что я всегда был на футбольных полях. В Силаме там делать особо нечего, я был там всегда играл на поле. Прихожу домой и смотрю, знакомое лицо какое-то сидит и разговаривает с моими родителями. Я увидел Ваню до того турнира, когда пришла уже созрела мысль обратиться к родителям. Я увидел раза два на других турнирах, так что я подумал, что есть возможность. Мальчик очень быстрый, координированный. Уже в том возрасте он был такой наглый, такой, ну, по-спортивному наглый, по-футбольному наглый. И мне он понравился, очень понравился. В зале, это был зальный турнир, и был тогда не было такой как бы технической оснащенности, но то, что вот нацеленность на ворота и прям такой вот видно футбольный. Я тогда уже понял, что он очень любит футбол, мальчик. Вот я обращаю на это внимание, как тренер, я обращаю внимание на детей, которые вот видят и любят футбол. Как оказывается, что он приехал с планом, я как сейчас помню, он приехал с такой большой папкой, где написано «Мартынов» на этой папке, и с планом, что мы видим потенциал в этом парне, и что этого парня надо забирать из маленького 20-тысячного города, забирать в столицу, развивать, и как пойдет. Это, наверное, было сложное решение для моих родителей, такое даже очень болезненное, но я очень благодарен, что это решение было принято в сторону переехать в столицу. А тяжело было с родителями договориться и сказать, что вот я забираю вашего ребенка в Таллин? Ну, начнем с того, что родители, прежде чем отдать ребенка, я его взял с собой в лагерь. И родители приехали, ну, отец приехал его в лагерь и посмотрел, как мы тренируемся, как мы играем, как мы это самое, ну, как отношение к детям, ну, все в совокупности. И он как бы... Даже долго и не было каких-то уговоров или какого-то такого. Это было летом, это не было еще перед школой. То есть смысл в том, что было время посмотреть, как. Они посмотрели и, в принципе, уже с этого нового, ну, как бы учебного года он уже переехал жить к нам. Помню, Сергей Мартынов, как раз-таки он был моим тренером. Он любил устраивать и какие-то турниры по набиванию и всегда какие-то призы давал. И вот, и я помню, первый мой лагерь был с этой командой, и сразу же на первой же тренировке он говорит, ну, давайте будем жонглировать. А я понимаю, я даже два раза нажонглировать не могу, не умею. Конечно, это истерика, это слезы, потому что я смотрю, все жонглируют, уже все мои одногодки, а я не умею жонглировать. Ну, и снова обычно было, Яко, соберись. Яко, соберись, да. У меня такой характер, что если у меня что-то не получается, то я буду делать это до ночи, пока не получится. Вот поэтому я жонглировал каждый день, и... По итогу потом выиграл себе первые места всегда. Ваня говорит, что было задание набивать, он вообще не умел набивать. Набивать не умел, ну много чего не умел. Ну, у него было, говорю, что любовь к футболу, это вот я просто говорю, я по глазам читаю, на самом деле, у детей. Потому что детей, на самом деле, за это время, почти 20 лет в футболе, вот именно в детском, я много через меня прошло, и я на самом деле понял, что вот он... Очень однопрально. Да, он, ну, славил, скажем, ну, он мог жонглировать, но так как мои дети жонглировали, да, наверное, он был слабоват. И в Таллине Ваня стал жить вместе с вами? Да, у него была своя комната, у него был
ну, моя жена, супруга готовила ему кушать, стирала, так же, как и у меня мой, ну, сын, вот Никита. Так что то есть получается, что было. Ваня – это практически ваш сын? Ну, в общем, да. Да. Воско тайм. Как ты попал в «Зенит»? Я попал в «Зенит» уже с «Коткат юниора», это уже было не из «Силамя». И как раз-таки Сергей Мартынов, кто ведет меня уже почти 15 лет, у него там бизнес в Питере, и он знал людей из академии. И договорился, чтобы я приехал на просмотр. И я приехал, показал себя, и меня взяли в академию. Это была именно Академия «Зенита»? Это была, да, Академия «Зенита» в Питере. Там два «Зенита». Есть «Дюшор Зенит» и есть Академия «Зенит». На то время это была смена, и вот, и на сейчас это уже Академия «Зенит». И вот, я был конкретно в Академии «Зенита». Сколько? Это было У-13. Сколько времени ты там провел? Я там провел где-то 7-8 месяцев, ну, около года, почти сезон я там провел. А что там не сложилось? Был ли вариант остаться, и почему уехал после этого? На самом деле там была очень такая интересная история. Голландская система там была, там был спортивный директор конкретно академии, он был голландец, и в то время в Голландии было так, что каждый год меняли тренер на команде, то есть это посыл был такой, что год тренер дает максимум, что какие знания у него есть, год готовит команду, передает все свои знания, и потом приходит другой тренер с другим подходом, с другим менталитетом, с другой структура игры и уже закладывает что-то другое в игроков. И я приходил к одному тренеру, которому я очень нравился. Ему нравились маленькие шустрые ребята. Потом играл у него, получал игровое время. Все шло, по мне так шло вообще все супер. И потом как раз-таки через 4 месяца, когда я присоединился к «Зениту», тренера поменяли и поставили тренера, который на то время начал тянуть за собой всех своих игроков, воспитанников, которые он раньше работал там в «Локомотиве» Санкт-Петербург, и начал тянуть за собой игроков, и понятно, что ему выгодно ставить тех, кто его воспитанник. И так я ушел на второй план, а потом и ушел на третий план. Давай тогда сделаем небольшой дриблинг, твою коронку расставим. Просто, может быть, покажешь какие-то упражнения, которым ты уделяешь огромное внимание. И действительно, чтобы ребята, которые будут смотреть, может быть, они тоже захотят иметь такой же дриблинг. И, может быть, где-то самостоятельно на стадионе расставят и будут делать эти упражнения. Но на самом деле, я скажу, что с самого детства я уже уделял много внимания дриблингу левой ноге. И всегда это просто банальные классические упражнения, которые дают тебе просто максимальное quality. Это просто ставишь фишки зигзагом, прямые фишки, и начинаешь делать правой, левой ногой завершением. Просто классика и очень полезно. Ну, давай усложним, сделай дриблинг 1, 2, 3, 4, 5 из 5 мячей. И еще Ван Дайка, да? У нас Ван Дайк с такой прической обычно. Вот меня тоже нужно будет обыграть. Да, подожди, мне самый важный вопрос, ты размялся, нет? Ну, вроде чуть-чуть. Молодец, есть. Молодец. Да. Готов? Можно. Оп, двумя ножками. И здесь. Оп! Ну, поддался немного. Я не знаю, кто подался, или я подался, или ты подался. Давай еще разочек, Вань. Я сейчас немножко подсоберусь еще. Давай. Я, кстати, Ваня, я, кстати, любил, знаешь что, играть в белой обуви, потому что мне казалось, когда в белой обуви я бегу, я как будто быстрее бегу. А когда надевал черные, то есть такое ощущение, что у меня как сапоги. У тебя не было такого? Хочешь, я тебе расскажу историю? Ты сейчас прям попал туда, куда надо. Всю свою жизнь, начиная, наверное, от Испании, от профессионального футбола уже, я играл в черной обуви всегда. То есть у меня все бутсы были черные. И думаю, ну, блин, как-то не идет, не забиваю, не отдаю голевые, что-то надо менять. Думаю, прическу менять, не хочу. Мне говорят, поменяй бутсы. Сделай, поменяй, ну, бутсы на белые. Поменял в следующей игре, новые одеваю, забиваю.
Я думал, окей, хорошее начало, и пошло-поехало, теперь я только в белых играю. Причем я это слышал от Криштиану даже уже после того, как мне самому это казалось, что он только в светлой обуви. От того, что как ты бежишь и даже визуально смотришь, что там светленько и вроде как быстрее. Так, Вань, последний. Готов? Оп, можно. Ой, давай. Давай. Ну что, готов? Да. Пошли. Без шансов. Ну что, третий разочек? Давай. Последний. Может, в подкате попробуй? Хоть все чистенько, но может и в подкате. Vamos! Ё-моё! Ну, если ворота были повыше, да, то было бы нормально. Ты один из немногих футболистов из Эстонии, которые играли в Испании. Как вообще возник этот вариант с Испанией? Это тоже такая интересная история. И как раз-таки в Испанию я уезжал в Сталина-Калево. Это было 3 года назад. И получилось так, что близился конец сезона, и я чувствовал, что мне надо искать для себя новые вызовы. И, так сказать, открывал тревогу своим людям, которые мне помогают. Это в лице Сергея Мартынова, Никиты Мартынова. И сказал о том, что хочу уехать, и надо что-то пробовать, что-то искать. А Никита в этот момент как раз-таки общался с одним испанцем по своим там каким-то делам, там тоже футбольным. Ну вот, и мы просто попросили их помощи. Они сразу же на следующую игру приехали. Это я, как вчера помню, эта игра была со Флорой. Потому что они дали такой ответ, что мы заочно, мы никого не будем не помогать, ничего. Мы хотим видеть своими глазами. Поэтому хотим приехать в Эстонию. Мы их здесь встретили, пригласили их на игру со Флорой. Эта игра была на Аликоке. И как ни странно, я об этом не знал. И эта игра получилась, наверное, самой лучшей в сезоне у меня со Флорой. И как сыграли? Мы сыграли тогда, по-моему, проиграли 3-1, но, как говорится, в Кали у нас результат не важен. Самое главное, ты себя показал. Да, самое главное, что я еще играл на позиции левого латераля, то есть по всей бровке, и сыграл настолько качественно, что испанцы сказали, что попробуют мне найти просмотр, и уже через неделю я уже был в Испании и был на просмотре 3-недельном. И вот так вот началась моя испанская история. Что за город был, куда ты попал? Это был город Валенсия. Команда называлась Сагунтина. Это по счету, это вообще идет 4-я лига, но называется Терсера дивизион. Это 3-й дивизион по силе. Вот, 3 недели я там был на просмотре. И, скажу честно, первую неделю я провалил вообще ее максимально, потому что я приехал. Не хочу сказать, что у нас в Эстонии здесь плохой уровень и что-то в этом роде, но я туда приехал, и там футболисты находятся на таком сумасшедшем уровне, даже в этом дивизионе, где я был, что я играл в эти квадраты, как будто я вообще не умел играть в футбол. И потом прошла неделя, и я так сказал, ну, Яку, надо подсобраться. Это ни в какие ворота, надо показать себя. И потом психологически себя немножко успокоил и 2 недели показал себя так, что мне предложили первый испанский контракт. А почему нервничал? Очень хотелось получить контракт или действительно по силе футболисты были, ну, очень классные? Или действительно потому, что это был первый твой такой зарубежный, скажем, выезд и просмотр? Но я не скажу, что это был мой первый зарубежный выезд, потому что я уже с 13 лет путешествую и в России был, и в Москве, и в Питере был. Нет, я просто скажу так, что, наверное, исходя из своего какого-то футбольного опыта, что ты можешь тренироваться просто каждыми днями, оттачивать технику, но если у тебя психологически ты не готов, это тогда без разницы, что ты там готовился. И даже если ты знал, что у тебя будет просмотр, ты к нему готовился, и психологически ты не готов, когда ты туда едешь, тогда это сложно. И получилось так, что я туда приехал и увидел уровень игроков, увидел, как они держат мяч, как они играют в квадрат. У нас-то здесь в одно касание. Это крайне редко мы играем так. Здесь, ну, если говорить честно, то мы здесь в основном 2-3 касания, даже если мы играем какие-то квадраты, играем на максимальных, наверное, расстояниях. Там они максимально маленькие, максимально узкие и максимально много человек в квадрате. И ты смотришь, как они двигают мяч в одно касание, и ты понимаешь, что тебе надо еще есть куда расти и надо тренироваться. Поэтому первую неделю я это все впитывал, понимал. Мне хватило недели, чтобы это понять.
И потом влился в коллектив. Самое важное, что испанские люди, испанский народ и даже испанские футболисты, они очень дружелюбные, и они мне помогли адаптироваться, помогли освоиться сразу. И понимали, что я не говорю по-испански вообще от слова ничего. То есть я там «ола» первое слово знал. Ну вот, они мне помогали, переводили как могли. На английском у них тоже проблемы, но они очень так помогали мне и дали мне возможность освоиться. И так поехало. А часто говорят, что спортсмены и футболисты, они очень суеверны. У тебя есть какое-то такое суеверие, которому ты доверяешь и веришь? Скажу раньше, когда я еще был даже в Испании, и я всегда должен, например, в день игры делать одно и то же, за день игры делать одно и то же. Потом так сижу и думаю, ну, как-то это мне особого результата и не дает. Может быть, надо что-то поменять? То же самое, что и с бутсами. Прям такого суеверия нет. Это я просто правильно сплю, правильно питаюсь за день игры, вообще в целом за неделю до игры готовлюсь, психологически настраиваю себя. Прям таких, чтобы каких-то особых там ритуалов у меня нет. А самая любимая еда в Испании какая была? Если честно, у меня испанцы спрашивали, где лучше еда, у тебя на родине, в Эстонии или в Испании? Я всем говорил, в Эстонии, они мне все говорят, «Ихо де пута». Моя эстонско-русская еда мне как-то по душе, и в Испании, ну, паэлья, наверное, могу выделить. Супы у них от наших, это, если у них там футбол на топ, то у нас супы топ, а у них так себе, поэтому... Отлично. А в день игры, то есть у них есть заезды или нету? Или они собираются за несколько часов и поехали? Когда я был на Ибице, у нас были заезды, потому что это была команда на острове, и это была максимально профессиональная команда. Как раз-таки у нас были там диетологи, у нас были там штрафы за вес. И чтобы клуб мог контролировать, как ты спишь, как ты питаешься за день до игры, то мы всегда заезжали в отели. То есть это была прям максимально профессиональная команда. Сколько времени у тебя заняло, чтобы выучить испанский? Ну, если говорить, когда я начал на нем говорить спокойно, наверное, 2,5 года. Чтобы я начал понимать, год. И вот как раз-таки в этой первой команде у меня со спортивным директором была, как так сказать, договоренность, что мне давали 4 месяца начать понимать тренера на своем уровне. ¿Cómo estás? Todo bien. И испанский сложный? Испанский сложный, наверное, первый год, наверное, потому что они очень быстро говорят. И от этого даже, как говорится, язык учится лучше, когда он практикуется, и когда ты его слышишь на слуху всегда. Но получалось так, что я услышал, ничего не понимал все равно, потому что они говорят настолько быстро, эмоционально, жестикулируя всегда, и от этого было сложнее. Но я уделял очень много времени, на самом деле. Смотрел YouTube, смотрел Netflix, сам... Я помню, на Ютубе была такая программа, там 40 часов, и я всегда смотрел каждый день, купил тетрадки, записывал, учил. То есть я максимально ставил себе задачу выучить язык. Мне он нравился, и я получал удовольствие от этого. Вань, сколько у тебя рекорд? Бесконечный. Бесконечный? Я могу до ночи, так сказать, жонглировать. А в Испании много уделяют времени набиванию на тренировках? Вообще не уделяют. Вообще не уделяют? Вообще не уделяют. Испанцы, они сразу... рождаются и начинают в квадрат играть. Серьезно? Да, конечно. Это только у нас здесь. То, что говорят, что вот набиваешь и чувство мяча, скажем, становится лучше и, скажем... Не, ну, конечно, это безусловно, это важная часть, то, что надо жонглировать. Это чувство мяча, это... Да, ой, оп, даже... Оп! О, здорово, видишь? Ты тоже в детстве, жонглировал? Ну, не для испанцев. Ну, я жонглировал, Вань, но как бы не лучше был. Не, ну, конечно, сейчас надо жонглировать, потому что это как не только чувство мяча, это жонглируешь, ноги забиваются так, поэтому это важная часть. Vahepeal tundub, et tegutseb väljakul vabakunstnikuna. Mis sa ise arvad, nagu, et kui ta satub teise võistkonda, mis taseme järgi pisut kõrgem kui Kalev, kas tal võivad tekkida raskused või mitte? Tal võivad tekkida raskused, aga ta võib veel paremaks mängijaks saada. Ja tal võib tegelikult, ütleme, täna on Eesti Premium liigas on uus söödukuningas. Ja ma arvan, et kui ta jätkab Premium liigas järgmine aasta, siis see ei muutu. Et selles suhtes, kui ma vaatan kogu Premium liigat, siis vanasti oli Saka, oli, eks, on ju, nüüd on faktid ei valeta ja ütleme, Vanja on selle sammu nagu teinud. Aga ta peaks ka väravaid lööma rohkem.
et selles suhtes, et sellega ta peab igapäevaselt koos tööd tegema ja võib-olla kui ta läheb kõrgemale mängima, siis võib-olla oodataksegi temalt, et ta väravaid ka veel lööks, et ta oleks väga efektiivne mängija. Ja me teame seda ja tema teab seda ja selles suhtes, et seal on kaks aga, et mis moodi see meeskond mängib. Et kas nad mängivad tõusvate pikk äärtega, vahel mängitakse kolmega taga kiired ääred, siin mõni meeskond kasutab seda, siis tema efekt võib ära kaduda. Et meie süsteemis täna ta on väga efektiivne, et me annamegi talle vabadust, et ta teeb, mis ta tahab. Aga kuna tal on see võimekus olemas ja vaadates Eesti liigat, siis mitte ükski ei kaitse temaga hakkama ei saa, ükskõik mis tasemel. Тебя в Испании называли Аршавином. Откуда это пошло по манере игры, по росту, то, что ты россиянин, приехавший в Испанию? Когда первый раз об этом услышал? Да, здесь, наверное, все вместе, и по стилю игры, и по росту, и по гражданству. Это было первый раз, когда я был на Ибице, и это главный тренер начал, это Аршавин, типа, одевай желтую манишку. Я такой, Аршавин? И он такой, да, Аршавин, одевай. Я такой, понял. И потом вся команда начала, Аршавин. Наверное, по стилю игры, по росту, что он также он особо там ничего не придумал, просто на скорости убегал и использовал свои на скорости дриблинг, то, что у него получалось. Твои сильные стороны это какие? Скорость, наверное, игра двумя ногами, видение поля, подача с левой, с правой ноги, удар с левой, с правой. Marcos Barbero lo pone arriba, quiere peinar Diego Abad, esférico suelto, ya con él, ¡Samuel! Вообще после тренировки, скажем, если мы говорим об Испании, как часто они остаются, игроки, после тренировок и делают там завершение? Или опять же, то есть закончилось и убежали на пляж? Тоже интересный вопрос. Я скажу, что меня удивило, когда я приехал в Испанию. Думаю, что они все такие техничные, они очень хорошо завершают, они хорошо видят поле. Но, наверное, они тренируются дополнительно, это я так думал. Тренировка заканчивается, клянусь, тренировка заканчивается, 2 минуты, никого нет. И это я был в разных командах. И это не только в одной команде. Так было в каждой команде, где я не был. Все уходят. И молодые тоже. Молодые. Все уходят, никто не остается. Почему? Я спрашивал, я общался с тренерами. Почему так? Что я хочу оставаться, хочу завершать, хочу работать над собой. Говорит, Яко, у нас тренировка 1,5 часа. Мы отрабатываем то, что мы отрабатываем, то, что нам надо. Мы готовимся к игре. Мы распределяем нагрузки так, чтобы игроки не оставались после тренировки. Я говорю, понял? А может это, как тебе кажется, может быть в молодом возрасте, может быть там 13, 14, 15, этому уделяется огромное внимание, а уже когда профессионали, там уже они, скажем, закончили футбольную школу и уже, ну, скажем, они умеют. Я скажу, наверное, разница в том, что в Испании тренировка может идти час, но там настолько просто сильный накал на этой тренировке, что люди выходят просто уже никакущие после тренировки, и что это тоже это большая разница между нашим футболом и испанским футболом. Там тренировка может идти час 15, в основном она у меня была всегда час 15, но она была в первой команде, когда я был в Валенсии, они никогда не пили воду, тренер не давал пить воду. И я подхожу, спрашиваю к тренеру, я всегда брал с собой воду, потому что в команде была вода, а я брал, типа, чтобы так там попить аккуратненько. Потому что для меня это было непривычно первое время. Я к тренеру подхожу, спрашиваю, тренер, почему так? Он говорит, ну давай подумаем логически. Ты когда играешь игру, ты когда только можешь пить? Я говорю, ну, наверное, в перерыве. Он говорит, вот тебе и ответ, что ты пьешь только в перерыве. Поэтому мы хотим, чтобы твой организм привыкал к тому, что он не пьет 45 минут и потом сделает 2 глотка. Потом следующие 2 глотка он сделает еще раз через 45 минут. И вот такая я тоже как бы был удивлен этому. Воско тайм. Что когда я переходил в «Зенит», у меня было на тот момент двойное гражданство, это эстонское и русское. Эстонский паспорт заканчивался, и как раз-таки в этот год в Эстонии вышел закон, что нельзя иметь 2 гражданства. А почему у тебя было перебью 2 гражданства? Потому что эстонское я получил по рождению, потому что я родился здесь, в Эстонии, а русское я получил по маме. Вот, и когда мы приехали в «Зенит», я туда попал, и надо было принимать решение.
и все-таки приняли решение в сторону «Зенита», потому что на то время еще даже Краснодар не набирал такие обороты, и это была лучшая академия в то время в России. И, как сказать, посоветовались с Сергеем, с Никитой, с моей семьей, с мамой, с папой, и приняли решение, что бить на Россию и пробовать себя там, добиваться каких-то успехов там. И, конечно, для этого было столько сделано, и потом, когда ты понимаешь, что приходится возвращаться назад, то, конечно, это обидно. Но, как говорится, все, что не делается, все делается к лучшему. Я никогда там не унывал. И, значит, что-то будет, как говорится, за одной закрытой дверью открывается вторая, поэтому... То есть тебе пришлось сначала выбрать между эстонским и российским гражданством, и ты выбрал российское, отказавшись от эстонского, но спустя какое-то время ты принял решение снова получить эстонское гражданство. Ну, конечно, когда русское гражданство бралось, никто не знал, как будет происходить, и сейчас очень сложно мне было с русским гражданством, и я это чувствовал, и в той же Испании последний год я это чувствовал, что ко мне отношение, ну, так скажем, не по спортивной составляющей какой-то было. Отношением было именно, что ты русский, или то, что у тебя русский паспорт, что ты не мог как-то играть? То, и... что у меня русский паспорт, наверное, я хочу сказать, что в связи с моим гражданством или то, что я русский, меня почему-то и недооценивали, и до сих пор недооценивают как игрока, и поэтому было принято решение менять гражданство, и, так сказать, я очень вовремя это начал делать. И сейчас уже я получил гражданство эстонское, поэтому я теперь гражданин Эстонии официально. Докажи. Да. Легко. Вот. Эстонский паспорт. Ты думаешь, там не я на фотке, да? Ну, не знаю, может быть, взял Иван Яковлев. Все, 19.01.98. Ну, я тебя поздравляю. Спасибо большое. Поэтому... Как я и сказал, за одной закрытой дверью открываются другие, и, как ни странно, я получил гражданство 2 недели назад, и сейчас раньше такого интереса не было. Наверное, теперь я могу смело сказать, что из-за того, что я был русским гражданином, сейчас я получил эстонское гражданство, и как-то интерес начал бурлить у команд, и теперь мы общаемся, ведем переговоры, и дай бог что-то получится. Ka millised plaanid Vaania suhtes nagu Kalevil järgmiseks aastaks? Jah, et on aru saadav, et on see loel näites headest küljest, aga sinu isiklik soov, kas ta jääks Kalevisse või pigem teda liigutada? Minu soov on, et ta lahkuks Eestist nii pea kui saab. Me tahaks, et ta jätkaks Kalevis mingil määral, kui võimalus, kuid Eestis on. Aga samas ma ei hoia kedagi kunagi Kalevis kinni. Et me selle teema juurde kindlasti tuleme, et ta sai ka Eesti passi just ja meil on see arutelu olnud, et täna on ta faktidena on Eesti parim tribla ja Eesti parim ääre mängija ja Eesti parim Eesti liigas, Eesti parim söödukuningas. Ja selles suhtes temale on tulnud, ma tean, juba pakkumisi Eestist. Samas on huvi on välismaalt. Töötame selle nimel, et loodame, et võib-olla ta saab oma võimaluse. Ja ma soovin, et ta Eesti jalgpalli mõttes, kuna ta on Eestis sündinud, Eestis kasvanud ja sai ka Eesti passi nüüd kätte, et siis ta on Eesti kodanik, siis ma soovin, et ta teeks selle järgmise sammu, et olla koondises, mängida kõrgemal tasemel ja ta võimekus on olemas. Et mingite asjad tuleb juurde panna, kindlasti mingites asjades, aga see, mis ta täna on näidanud, on kõigile juba hea mulje, et mingid valikutel on olemas. See sa mainisid, et ta sai Eesti kodanikuks ja nüüd ta on Eesti passi omanik. Sa või mainisid, et ta võiks koondise mängida. Praeguse hetkeks on ta koondise kutselt väärt või? Mina arvan, et kui me vaatame, kes on Eesti A-koondise vastased, siis miks mitte. Et meil on täna, mida me ääre mängijatelt Eesti koondise treeneritelt tahaksime. Kui meil on vastas Malta ja San Marino, kes on tegelikult, keda me suudame võita heal päeval, 3-5 väravaga, siis mida me ääremängilt tahame? Et meil oleks kiired ääred, triblaksid, võtaksid ette, teeniksid karistuslööke. Meil on karistuslöögi Joonas Tamm, Karol Mets, kõik, kes suudavad karistuslöökidest. Meil on Kostja Vassiljev, kes annab karistuslööke.
Flora näitel väga hea, et nagu tuleb nurgalöök, karistuslöök, koondise treenerik ma siukest venda ainult soovikski, kes ainult võtab ette ääre peal, läheb, teenib karistuslöögi, annab söödu, paneb senderuse, teenib nurgalöögi. Et meil on mängijad, kes, nagu ma ütlesin, kes kaitsed nii Floras kui Euroopas, kes löövad regulaarselt kõrgemal tasemel, löövad standardolukordist väravaid. Ja ma arvan, kui vaadata fakte ja statistikat, siis ta on seda väärt, kas kohe nüüd tuua. Võibolla koondise treenerid ei olnud teandlikud sellest, nad teavad, et ta on Eesti kodanik nüüd, et on pass ja see. Ma arvan, et ta on kindlasti jälgitakse ja ta on väärt seda kutset nii või naa lähiajal saama. Et kui ei ole, siis oleks see Eesti ühe parima ääremängija vastu mitte aus. Dribbling pokazali, udar pokazali, nabivanie pokazali. Давай с тобой последний, скажем, дай мне последний шанс опередить тебя в 30 метрах. Побежим мы вдвоем. Ну тогда на одной ноге могу бежать. Ну так не говори. Давай читаем примерно, я так на свой взгляд отчитаем, может быть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20. Ну давай 20 метров. Ну давай 20. Давай 20 метров отчитаем. Где-то здесь я поставлю мячик. Ладно, я уже защитником был. Так, до мяча примерно. Насколько опередишь? Ну, если на пол корпуса, то ничего. На счет раз, два, три, да? Давай. Раз, два. Ну, скажем. А я ждал вот это. Ждал? Ну, видишь, ты ждал. Я смотрел наперед. У меня хитрый план. Отлично, Майк, молодец. Скажи, по поводу сборной Эстонии, думал? Я не то, что думал. Я очень хочу играть, представлять цвета страны, где я родился. И я всегда об этом мечтал и думал. И надеюсь, сейчас все складывается так, что сборная не за горами. И я думаю, что я должен получить вызов в сборную и готов на все 100 помогать и представлять цвета страны. А разговаривал об этом с Томасом Хаберли? Лично я не разговаривал. Разговаривал спортивный директор Таллина Каллева с Хаберли. У них было, я знаю, две встречи. Хаберли в курсе, он все знает. Поэтому он сказал, что если будут делаться списки в сборную, это будет учитываться, что у меня эстонский паспорт, что я стал гражданином. Также разговаривали с Маркусом Помом, так что штаб сборной в курсе, поэтому остается не сбавлять обороты, только набирать, работать и ждать вызова. Но в мае ты получил приз лучшему игроку месяца. Для тебя это было, скажем, неожиданно, приятно, мотивационно? Какие вообще эмоции? Потому что все-таки команда, как мы уже говорили, в конце турнирной таблицы, и вдруг игрок из этой команды лучший. Я скажу так, что это было максимально вообще неожиданно. Я помню, я сидел, обедал и смотрю, мне приходит уведомление в Инстаграме, открываю и смотрю Купа Ремянги, Иван Яковлев. И я так закрыл, еще раз нажал, типа, может, там ошибка какая-то, и обновил, знаешь, страницу сдернул, и нет, получилось так, что, конечно, это было приятно, это был такой мотивационный момент, когда я понимал, что, значит, люди оценят, люди смотрят, люди ценят, и было приятно, потому что за этим всем стоит, что я стал первым в истории игроком Каллева, который получил лучшего игрока месяца, то есть это как бы я уже, наверное, записал свое имя в Каллеве, и что не может не радовать. И второй момент, что эта команда, как бы это грустно не звучало, команда аутсайдер, и с команды аутсайдер я стал лучшим игроком месяца. Это приятно. Ты уже говорил, что последовало и следует много, ну, может быть, немного, но предложения из других клубов и, скажем, из Эстонии. Можешь назвать, кто, скажем, звонит или проявляет интерес? Я думаю, что я скажу, что из топ-4 клубов мне пришло 2 конкретных предложения. Не буду называть, потому что это некорректно будет. Некорректно с моей стороны, да. Пришло 2 предложения, и это не может не радовать. Значит, опять же, что работа идет.
и значит не надо останавливаться, значит люди смотрят, люди оценивают, и посмотрим, как получится. Сейчас пока я взял паузу, я сказал, что хочу доиграть чемпионат до конца. У меня есть поставленные задачи на этот чемпионат, на этот сезон, добить все задачи, цели, и потом уже встречаться, разговаривать. Но все-таки хочется, конечно, уезжать за границу, пробовать свои силы за границей. Я думаю, что для этого все есть. Прекрасный возраст, прекрасно себя чувствуем. И надо уезжать, пробовать себя за границей. А это правда, что у тебя было совсем недавно, и, наверное, есть, не знаю, было или есть, конкретное предложение из Кипра от клуба Евгения Савина «Красава»? Была тоже такая история, что мне написал скаут «Красавы» из Кипра, что Евгений Леонидович рассматривал мою кандидатуру, что смотрел эстонские игры, сказал, что моя статистика не может не радовать, что им нужны игроки, которые играют один в один, которые не боятся обыгрывать, которые вытягивают на себя троих, а то и четверых игроков. И поэтому мне поступило уже конкретное предложение, то есть официальное. Но также, посоветовавшись со своим близким кругом, мы приняли решение, что надо дело до конца довести здесь, в Эстонии, доиграть сезон, помочь Калеву сохраниться уже в премиум-лиге на следующий сезон, и тогда уже дальше принимать какие-то решения. Я от всей души желаю, чтобы твоя карьера пошла не только в рост, но и на большие вершины, но и действительно не пошла, а побежала. У тебя все для этого есть. Ты получил эстонское гражданство. Ты являешься на данный момент лучшим распасовщиком в тройке по системе гол плюс пас. Поэтому продолжай в том же духе. Будь примером для молодых и прежде всего для себя. Спасибо большое.